Так, телепузики, всем доброе утро. Проснулась я рано, в 7 часов, пока дела сделала, в душ сходила, завтрак готовлю, в магазин сходила. Жара у нас, жара. Так, сходила в Лёшкин магазин около общаги. Это картошки 2 килограмма взяла. Молоко еще. Сейчас кашу гречную варю. Хлеб там у меня закончился. Две бумаги. Не знаю, куда бумага девается. Девки жилетовские. Вот привез Леха свежие. 5 абрикос взяла и 10 штук вот этих палочек мужских. Ну, как их называют-то, забыла. С кофе попить. Мне не жирно, вам не знаю. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Вот. Это как не суфле, а как же называется? Я забыла. Вот память у меня после загара. Ну, это я драники, может, завтра изготовлю. Посмотрю.